Ну, все наши полководцы, наверное, которые участники Отечественной войны, все же они герои у нас. А самый главный герой – это простой солдат, который победил, дошел до Берлина. Я прежде всего помню своего дядю, героя Советского Союза, Алексей Иванович Афанасьев. Он один из первых на Балтийском море получил звание героя. Блин, ну, я не знаю, дед мой герой. Кто у нас? Шелухин, Давыдов. Ну, в принципе, кто там в моем городе, я, в принципе, так-то и знаю. Моресья, Кожедуб. Очень много у нас героев. Ну, и маршалы Жуков. Там-то, ну, Зоя Космодемьянская. Матросов. Вот Карбышев был. Карбышев. Дальше из летчиков Грицевец, Полбин. Наши учились и дважды героя летные учились и Полбина. Ну, их же много, все же. Кожедуб, Покрышкин. Марат Козей. Нет, Марат Козей. Зоя тот... Космодемьянская. Ну и Александр Космодемьянский. А Жукова куда? Да, Жукова, маршала, да. Жукова. День. Ну, так, Олег этот был. Покрышкин. Ну, всех маршалов. Москаленко, Жукова, Тимошенко, Василенко. Ну, много их там. Ну, Конев, Рокоссовский, Жуков, который... Ну, верховный главнокомандующий Сталин, Иосиф Виссарионович. Его вся Россия, нет, весь мир знает. Ну, там великие битвы, которые там... Курская дуга, там, ну, я не буду, белорусский фронт, украинский фронт, ну, все это я знаю. Огромная благодарность нашим прапрадедушкам, у кого-то там родственники, близкие, которые воевали в этом. Дай Бог им здоровья.